Промозглая осенняя погода не смогла помешать претворить в жизнь очередной проект, предложенный представителями Белорусского республиканского союза молодежи. Сложившийся стереотип о том, что большую организацию представляют только студенты и школьники, эта акция смогла развеять. Работающая, но уже семейная молодежь также в строю, со своими идеями и планами. Аллея молодых семей – новая инициатива ленинской организации БРСМ, которая должна обязательно получить продолжение. Первое дело – это главное сделать. Посадить дерево, второе – построить дом, третье – вырастить сына. Я думаю, это пойдет на пользу и тем молодые семьи, которые буквально недавно свои браки осуществили. Я думаю, они по этому примеру пойдут и воплотят, и все-таки будут семейные ценности будут на первом месте у этих семей. Работники коммунальника смогли обеспечить участников акции инвентарем и саженцами. Несмотря на внешнюю простоту технологии посадки, здесь не все так однозначно. Нужно учитывать особенности грунта и почв, качество корневой системы. А еще, уверены участники проекта, делать все нужно с любовью. Мы с удовольствием согласились, так как мы совсем недалеко здесь живем, вот в том доме. Поэтому для моего ребенка это будет очень важно в будущем, когда он будет сюда приходить, он будет своим друзьям, а также родственникам показывать, что он посадил именно вот это дерево. Конечно, будем обязательно приходить с ведерком поливать. Свой союз супруги Рудские скрепили всего неделю назад, поэтому молодожены с радостью откликнулись на предложение поучаствовать в акции. Шутят, с первым пунктом «посадить дерево» они успешно справились. Осталось всего два. Мы решили начать с самого простого. И благо нам в этом помог наш друг. И вот мы решили посадить сейчас пока дерево. Первый пункт. Галочку можно поставить одну, дальше размеренно вести, идти к следующим этапам, которые обозначены, ну, не нами, а с жизнью. Всего в рамках акции на новой аллее было посажено 10 деревьев. Это липы и дубы. Со временем аллея должна стать полноценной зеленой зоной, где с удовольствием можно будет провести свободное время.